Привет! В этом видео ты узнаешь лучшие упражнения для прокачки дельт с помощью жгута. В первом упражнении тянем жгут немного выше уровня головы. А при опускании не опускаем слишком низко, чтобы не терять напряжение. Твои дельты должны быть под постоянной нагрузкой. Этим упражнением мы прокачиваем средний пучок дельт. Для хорошей прокачки будет достаточно 3 подхода по 10-15 раз. Такое упражнение заменяет нам разведение гантелей в стороны. Для полноценной тренировки выполняй тренировку плеч, совмещая ее с другими тренировками, которые есть на моем канале. Здесь мы прокачиваем передний пучок дельт. Здесь также при подъеме вверх заводи руку немного выше уровня головы, а при опускании не опускай слишком низко, чтобы не терять напряжение мышц во время всего подхода. Выполняй 3-4 подхода по 12-15 повторений. Это и предыдущее упражнение нагружает один и тот же пучок дельт, поэтому не следует делать два этих упражнения за одну тренировку. Такое упражнение имитирует подъемы штанги. Конечно, со штангой было бы намного удобнее, так как жгут очень неустойчив. Ну а мы работаем с тем, что имеем, ведь всегда есть способ потренироваться, было бы желание. А здесь мы имитируем тягу штанги к подбородку. Это тоже очень эффективное упражнение. Ставим ноги на ширине плеч и тянем жгут к подбородку. Локти на пиковой точке должны быть параллельно полу. Если у тебя есть идеи, какие группы мышц еще можно прокачать с помощью жгута, тогда отписывай свои идеи в комментариях. Я надеюсь, это видео было для тебя полезным, а если это так, тогда подписывайся, оставайся со мной, дальше будет больше. Также смотри описание под видео.